С утра пораньше, 9 сентября, депутаты спешили не в свои кабинеты, а на спортивную площадку школы номер 8. Причина веская. Они сдали нормативы ГТО и теперь им вручают заслуженные знаки. Мы всем депутатским корпусом прошли это испытание на значок ГТО. Я хочу сказать, что многие из наших депутатов прошли его с отличием, смогли показать, что даже не являясь спортсменами, можем сдавать эти нормы ГТО. И это очень важное событие, как для нас, так и для всех сегодняшней нашей молодежи. Председатель Совета депутатов Раменского городского округа подчеркнул, иметь знак ГТО важно. И возвращение этой традиции доказывает, наша нация спортивная и здоровая. Это возрождение ГТО, это так здорово, это сплочает, это придает сил, это придает уверенности в себе, это определенная конкуренция, кто больше отожмется, кто дальше прыгнет, кто больше пробежит. И в целом это действительно патриотизм. Поэтому всем желаю сегодня сдать на золотой знак ГТО, желаю всем крепкого здоровья и спортивных успехов. 9 сентября ученики 8 школы вторили депутатам и демонстрировали сноровку и физическую подготовку. «57 лет назад я стоял буквально здесь, в ряду первоклассников. Эта школа моя родная. Тем более приятно, что вот фестиваль ГТО она поддержала уже не первая школа. И сегодня вот порядка 500 человек будут сдавать нормы ГТО по нескольким видам испытаний. Это и выносливость, и сила, и ловкость. Для ребят это большая возможность получить знак ГТО, показать себя, посоревноваться. И больше скажу, что и наши учителя сегодня тоже подключаются, поэтому этот праздник действительно сегодня для всех. Сейчас старшеклассники начнут сдавать нормы ГТО. Это важно, потому что им поступать в институт и дополнительные баллы при наличии знака ГТО при поступлении. Поэтому всем дерзать, всем успехов и живите спортом. А глядя на успешную сдачу нормативов ГТО, можно быть точно спокойными за здоровье подрастающего поколения. Елена Цыганова, Игорь Чернышов для программы «Городские вести».